Здравствуйте, с вами компания Электромотор, и сегодняшний видеоролик посвящается стартерному аккумулятору Energizer Plus на 60 ампер-часов. Компания Электромотор. Аккумулятор торговой марки Energizer производится на одном и том же заводе, где производятся аккумуляторы Varta и Bosch. Он имеет высокое европейское качество, завозится в Украину, а не из Чехии. Обращаем ваше внимание на то, что перед тем, как приобрести аккумулятор, стоит уточнить дату производства. Чаще всего дата выбита на крышке аккумулятора. Давайте рассмотрим аккумулятор сблизи. Как вы можете увидеть на передней панели название аккумулятора, его емкость, также его пусковой ток составляет 540 ампер-часов. Сверху клеммы, которые защищены крышечками. Сейчас мы с вами их откроем. Как вы видите, желтого цвета, плюсовая, минусовая клемма. Также аккумулятор оснащен удобной ручкой для переноса. Представленный аккумулятор полностью герметичен, он не требует доливать дистиллированной воды на протяжении всего срока службы. Гарантия на представленную модель составляет 2 года. По вопросам покупки обращайтесь в компанию Электромотор по номеру телефона 044-530-38. У нас широкий выбор аккумуляторных батарей различной емкости.